Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ваши финальные баллы 13. Как много. Так, управление в воздухе, ускоритель фляг. Так, что у нас тут? Бесплатный сундучок. Так, Легион Про вышел. Вступил что-то опять, непонятно, что там елозит туда-сюда. Так, тяжеловоз, ускоритель фляг. Можем ли сундука получить? 140 тысяч монет. Форсаж, нифига себе, форсаж. Я на супер дизель получил, прикинь. Так, еще и здесь результаты. Забрать сундук. Так, колесный ускоритель. Я не помню, приз-то будет? Или нет? Что-то приза не дали, зашибись. Не заслужили, видимо, да? Видимо, не заслужил я. Ну что, ребята, хочу взять 13 тысяч кубков. Как-то вообще уже здесь рядышком с ними нахожусь. Не знаю, успею ли я этого в этом месяце что-нибудь вообще сделать. Так, поменяем. Вот такой чувак пускай будет у нас с трубой на голове. Так, машина. Это, естественно, ребята, для события было там для одного. На ней я никуда не поеду. Я поеду на чем-нибудь. Подожди-ка секунду, мне показалось или... Показалось, я уже думал. Я уже думал, что... Ладно, неважно, что я там подумал. Что у нас? Эпические холмы. Ну что, погнали? Эпические холмы. На раллином авто. Так. Ну, по-моему, неплохо, я тебе скажу, да? Мы шпарим на этих эпических холмах. И вот, ребят, первое место. Замечательно. Главная дорога. Куда только главная дорога, непонятно. Ну, Рэй, ну ядрёно вот. Только не перевернись, пожалуйста, от меня. Чё-то мою машину так и... их... хочет, ребята. Короче, по-моему, тут фейл. Ну да. Все проезжают, кроме... Ну не кроме меня, конечно. Да дайте мне хоть... Я не знаю, вот. Хотя бы одного обогнал. Иди, кури бамбук, парнишка. Так, что у нас? А, у нас еще одна гонка. Ну что, главное здесь не сфейлиться, и все будет окей, ребят. Твою налево. Только не вздумай. Есть. Так, этот монстр-трак тут еще едет. Но я тебе скажу, что у нас... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот кусок дерьмища, вылетел. Но все равно, ребят, мы первые. Мы первый весенний город. Интересно, а как он там прилетел первым? У него что, монетный ускоритель был или форсаж? Как он, я не пойму. Ой, ой, ребята. Ой, крутыши, блин. Этот еще и на фор... Этот еще и форсаж себе нацепил. Ох, я бы долго радовался, если бы вы врезались бы башками своими в какой-нибудь, я не знаю, парабрик. Вот это было бы весело. Это было бы просто веселуха. Потому что у них нет защиты, ребят. Этот опять лезет вперед. Обогнал даже их двоих. Откуда у него такая скорость? Не пойму. Откуда у этого засыхи такая скорость, а? Ага, эти аккуратничают, правильно. Кому охота головой врезаться и разбиться? Никому. А мне как бы это пока не страшно. Я могу себе спокойненько вольно тут кататься, и мне по барабану. У меня броня есть, защита есть, так что... Пофигу мне на все на это. Я, как ты видишь, спокойненько себе лидирую. Мало того, что лидирую, я еще занимаю первое место. Так, ну что, реки. Горы, реки. Так, опять. Ну, понятно, у него сработал этот ускоритель. И он... Вон, смотри. Чувак на форсаже, ребята. Не слишком ли, блин,
читерско он там щеманул, ребят. Мне так лично кажется, что вообще читерский. Именно вот этот монстр трек, который поехал там. Смотри, как он там разгоняется, ребят. Как он там набирает скорость. Ты посмотри. Ты хочешь сказать, что это не читерство? Хе-хе-хе, мудозвон. Получил свое, придурок. Разогнался. Ну, я так понимаю, ребята, у него там очень был прокачан круто нитро, форсаж точнее. По-другому это не объяснить, как он мог так, извини меня, вырваться вперед. Причем с такой офигенной, блин, скоростью, ребят. А я, как всегда, ребята, на обсосе еду. Вот у меня тут противник стоит один. Правда, я его обогнал. Да еще и финишировал. Сам в шоке, ребят, сам в шоке, знаем. Так, смотрим, что у нас получается здесь. Опять этот мотогонщики, а? Два их там даже. По-моему, ребята, один там да выпендривался, да? Да, только что вот глянул на его трупешник. Проехался над его трупом, но из-за того, что я в эту яму водную попал, естественно, я потерял много в скорости и все, ребят. И отдал свое, как сказать, лидерство. Блин, ну нафига я притормозил? Я думал, что я провалюсь, но эта машина слишком легкая, чтобы пробить древесину и упасть вниз. Ага, 13 тысяч уже кубков, ребят, прямо перед моим носом. Так, амортизатор прыжков, ускоритель приземления. Выиграйте 6 гонок на вертушке. Нет, вот, эфирное время — это другое дело. Сделай 6 поворотов на раллийном авто. Так, это у нас что, кубок путешествий? Кубок путешествий. Блин, этот кактус паршивый, а. Да ты, блин, серьезно, что ты твою налево, блин. Никто не впендрючился в кактус, а рей, как всегда, блин. Правильно, мне же больше всех надо, блин. Мне надо обязательно впендрючиться в этот кактус. И здесь то же самое, блин. Вот, видишь, из-за этого я пропустил какого-то непонятного хмыря, если честно. Хмырь болотный просто меня обогнал. Зашибись. Ладно, допустим. Допустим, мы сделаем все это вот так. Тут, конечно, бы, ребят, крылья бы очень бы нас сильно выручили бы. Ну, я их, как ты видишь, убрал. Я вот думаю, может быть, и монетный ускоритель убрать. Не очень-то он мне дает прибавку по скорости, если честно. Тут еще и ККМ-ка. Сзади там барахтается что-то. Все. Тут я что-то быстро, ребят, сфинишировал. Так, команда. Да-да-да-да-да. Оп, вот так вот. Ну что, продолжаем. У нас восхитительные диверсии. Доступ к удовольствию называется миссия. Но тут удовольствия, по-моему, мало. Опять мы этот монстр-трак. Тихо. Опять, друзья мои, этот монстр-трак здесь. Не вздумай врезаться. Да блин. Хорошо, ты поднялся сюда, на этот пригорок. Зачем? Крыльев нет, пролететь ты сможешь? Долететь смог.
Ладно, тогда прощаю. Прощаю тебе за то, что ты заехал наверх. Так, там кто-то на попрыгульках. Я уже, ребят, слышу звуки эти характерные. Давай вниз лучше, да. Лучше вниз, ребят. Ага. С минимальными затратами. Слушай, да я вообще отлично сейчас проехал здесь. Даже нечего сказать. Сам удивлен, ребят. Восторг в парке. То удовольствие, то восторг в парке, блин. Что это за название такое? Так, PGP какой-то едет вместе со мной. Нет! Нет! Зачем ты, дурик, так сделал? Ай, дурила ты деревянный, Ары, ну ты даешь. 30 самоцветов. 30 самоцветов плюс усиленная турбо. Так, стартовый ускоритель. Такое ощущение, что стартовый ускоритель — это какая-то легендарная карта, ребят. Ну что, путешествие на пальцах. Поехали, только я возьму, наверное, здесь уже вторую комплектацию нашей машины. Потому что, ну, сам понимаешь, пляж, песок, девочки. Как же тут без крыльев? Походу тут, блин, крылья не особо-то и нужны, я смотрю. Так, эфирное время я получил, ребят. Так мало того, что эфирное время, я еще и вырвался. Все-таки помогли и крылья, и монетный ускоритель, который дал мне определенную прибавку к скорости. Но не на долечко, да? Опа. Здесь в воду. Здесь тоже придется в воду. Эй! Есть! Норм. Нормус. Нормас. Блин. У него стартовый ускоритель был. Он за счет только стартового ускорителя берет вот это вот преимущество, так скажем, скорости. Фига там этот щеманул. Я с каким-то дока деру. Оу! Все повязли, да? Твою налево, третье место здесь. По итогу это, конечно, первым, но я немножечко упустил шансик-то свой. Крылья, ускоритель. Так, что у нас тут? Так, Рэй, привет. Рэй, привет, скажи, ты красавчик. Почему я должен про себя говорить, что я красавчик, ребят? Так, Рэй, привет. Рэй, ты... Да, ага. Не знаю. Рэй, Америка. Нет, какая Америка, ребят? О чем вы говорите? Что там за вопрос был, на который я хотел ответить? Да, я записываю. Да, 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 я пишу. Я пишу. Потому что у меня, ребят, кубки. До 16 тысяч кубков я не знаю, успею ли я доехать или нет. Так-то, конечно, хотелось бы, но вот не уверен, что получится. Буду честен. И только лишь из-за времени. Во времени, ребят, я очень сильно ограничен сегодня. И еще мне непонятно, что происходит с черепашками-ниндзя, ребят. Что с игрой... Не так, почему она не запускается? Ну, то есть она запускается, но почему нет у нас событий? Возможно, я еще раз попробую после, вот как поиграю в ХКР, попробую еще раз зайти и глянуть. Может быть, что-нибудь там и изменится. Ой, смотри, формула выпендривается, а? Ты просто полюбуйся. Перевернись давай, фастмастер. Все, ребят, он потерял свое преимущество, доездился, догазовался. И как он едет? У него нету защиты. Он на ней едет в этих шахтах. Я, ребят, не знаю. Я бы лично бы не рискнул бы. Серьезно говорю. Просто не рискнул бы. Так, обогнали чудилу. Есть. Все, ребят, первая позиция.
Я ненавижу воду. Я ненавижу воду. Я думаю, что здесь, наверное, вот этот надо будет взять. Комплекс. Кто-то говорит: Рэй, погоняй на других машинах. Ребят, я бы с удовольствием бы погонял на других машинах, если бы они хотя бы были хоть чуть-чуть прокачаны. Мне смысл ездить на других машинах, если у них нет прокачки. Там по-любому все равно будет, ребята, фейл. Вот и все, что я могу сказать. Я езжу на том, на чем мне, так сказать, комфортно ездить. И комфортно мне ездить пока вот на раллийном авто. На суперкаре мне тоже комфортно ездить, если трасса очень ровная, я знаю, что она скоростная. И на супердизеле, конечно же, на экстремальных, так скажем, трассах ездить. Видишь, как тягач меня, ребят, пытается догнать. И вот тут я, конечно... Оу! Я еще чуть не перевернулся. Тягач меня обогнал, да. Из-за того, что я врезался. Врезался в этот корабль затонувший. Не очень мне, конечно, это понравилось все. А с другой стороны, да, кому-то, как будто здесь много кому что-то нравится. Конечно же нет. Вот я попытаюсь сейчас взять. А я взял, ребят. Взял первое место, неожиданно. Хоть и тягач там сзади еще выехал. Так, хорошо, у меня 3000 гаража. Ага, прокачай выскочку. Прокачать выскочку, ребят, ну это понятно, что... Вы же видели, как я на этой выскочке гонял. Как курица. У меня постоянно закачивался бензин. Вот он, выскочка. Нет, какой выскочка, ребят? Я попутал выскочку или лихача. На выскочке я не катался. Я на лихаче пробовал, бензин у меня там кончается. А этот вон лихач шпарит. Весь раздолбанный приехал, но... Приехал, главное, что. Опять же его выручает, ребята, то, что у него он очень хорошо вот так вот прыгает. За счет прыжков. Ну, а в остальном, я считаю, что все равно раллийное авто, оно как бы идет универсал. Самый оптимал. По всему. По маневренности, по скорости. Плюс у нее практически все виды, которые можно поставить, все есть. Видишь, вот мне приходится заезжать, а он просто элементарно, ребят, перепрыгнул. Плюс, как ты видел, у него стоит ускоритель. Ну, нитро. Видишь, у меня не получилось его в конце буквально там чуть-чуть обогнать. Если бы у меня было бы нитро бы, поверь мне, он бы курил бамбук. Толстый-толстый такой вот, знаешь. Так что давай, поехали дальше, встречный кубок. Я ничего не стал менять. Вот это что за машина впереди едет? Иногда такие скины стоят, я даже не знаю, что это за тачка. Спортивное авто, что ли, лично? Не знаю, что это за машина, короче. Да что тебя так колбасит-то, твою же, налево, блин, ну, Рэй. Что это за машина ехала? Или это супер... Этот, как он, суперкар был. Непонятная, короче, машина какая-то была. Вот здесь вот понятно, это я, ребят, это... Старые приколы бабкиной сказки, как говорится. Этот нотинг все равно, ребят, впереди. Вон он. Оп. И я все-таки первый. Этого нотинга мы обогнали, который там поехал поверху. Я не знаю, что там у него с прыжком случилось. Какие-то замутки нездоровые. Но мы его обогнали. Да, это, скорее всего, суперкар едет. А, черт,
тебя подери. Черт тебя подери, куда ты? Куда мы едем? Ладно, потерял, ребята, абсолютно все преимущество. Из-за того, что вот это барахло, ребят, меня наверх потянуло. Скалистая дорога, скалистая дорога. Чё-то я не помню, ребята. Блин. Тут, наверное, надо было брать не этот супердизель. Хотя супердизель лучше все-таки, ребят, брать. Для... Ой, не хочу туда. А, твою налево, блин, ну. Я думал, что тут яма. Ты понял, о какой я яме говорю, да? Оказывается, туда надо было спокойно заныривать. У ребят идеальное приземление, там, смотрю, взято. Ладно, я вторым хотя бы приехал. Но это, конечно, было круто. Вниз был спуск, я думал, что это яма. Ну, знаешь, как это, как вам бывает в некоторых миссиях-то. Яма, я туда и не стал, как бы. Опа, раллийное авто. Точнее, не раллийное, а спортивный, ну, этот, суперкар, короче, навернулся там, ребят. Чего? Плане, он еще как выжил, он перевернул, там не было даже возможности ему встать на колеса. Какого лешего, чит, блин. Нет прав. А у меня есть. А у меня есть, ребята, права, и поэтому первое место мое. Нет, непонятно все равно, как он, ребята, встал там. Так, я вниз, наверное, пойду заныривать. Упс. Давай-ка вниз тоже. Так, чувачок, я смотрю, там тоже в скорости начал очень сильно терять. Есть контактиш. Да, ребят. Первое место за нами. Так, что там в команде пишется? Рэй, привет. Рэй, передай привет Вероника. Вероника, привет. Яша, привет. И Вероника Шаповалова, привет. Так. Надеюсь, пока все. Кубок Сумочной долины. Я думаю, что на этой машине мне будет, наверное, комфортнее ехать. Именно в этой Сумочной долине. Смотри-ка, выскочка. Нет, все-таки, ребята, они на форсажах берут. Чего? Вот объясни мне, как он включил вот эту вот фигню в самый последний раз. У меня не получается, ребят. Если я еду, то я еду постоянно с этой фигней. Я причем пробовал и на мобильнике, и на эмулятор. Я не могу включить его в последнюю очередь. А они как-то включают его, когда захотят. Ну и как это вот объяснить? Как это может быть? Да давай-то не будем... О, опять он, ребят. Но это же читер. Самой чистой воды, ребят. Он, ему бы не хватило горючего пролететь все это расстояние на мотоцикле. Вот как он тут сейчас едет, не включая? Объясните мне, пожалуйста. Он просто едет, он включает его, когда ему надо. А именно перед финишем. Я не знаю, как такое может быть. А, нет, там же две кнопки нажимаешь. Я вспомнил, ребят, там когда две кнопки нажимаешь, только тогда он летит. Значит, это я просто обделался нечаянно. Попутал, да, там нажимаешь две кнопки, то только тогда он начинает рулить. Ну, взлетать, я имею в виду. Ну, посмотрим, помогут ли мне тут крылья. У этого нету ничего, ребят. Я не вижу, чтобы у него там что-то было. Как, блин, ну как вот это может быть? Ну какой-то говносос, блин, на каком-то драндулете, блин. Взял, блин, и обогнал, а? Которого мы вначале обогнали, блин. Посмотри. А, монетный, ну даже, допустим, у него прокачан там офигенно монетный ускоритель. Ну чё ж, прям настолько прокачан, офигеть, что он... Не знаю. Не знаю, ребят. Наверное, моя машинка уже устала.
Она хочет, наверное, отдохнуть. Он еще, видишь, там крендельки какие-то. Переможец какой-то тут сзади едет. Непонятный. Что за переможец? Недоможец, может быть. В общем, первый. Окей. Так, пещерные пустыни. Ну, я, наверное, ничего... Ой. Так, было же написано пещерные пустыни. Это, блин... А что значит автономно? Автоном, ребята, значит... Интернет-связь потерялась? Нет, все, подключилось вроде. Эть, куда мы там летим, я фиг его знает. Нормально. Вот шипокляк не отстает, а? А, он тоже, у него, ребята, крылья. У него, по-моему, ускоритель колес стоит. И еще там какая-то ерунда. Не разглядел. Вот моду взяли все с монетными ускорителями, а? Все, ребята, абсолютно с монетными ускорителями. Я вниз. Это еще свои прыжки паршивы делает, видишь? А, у него еще амортизатор прыжков, оказывается. Я думаю, что там распрыгался-то, кузнечик? Надо же, и не разбился. Он просто не разбился, ребят. Там была пещера, он в пещере начал прыгать. И не разбился, гаденыш. Супостатный. А зато Рэй, блин, каждый, блин, кактус поцелует. Вон, опять, он опять начинает. Все, долетался Квазимодо. Нужно теперь как-то Захру обогнать. И обогнал его. Фух. Вот сиди там с куком со своим. Взад не дыши. Так, ребят, ну что, у нас... подожди, что там? Блин, опять мили шахтеры. Да что ж вы, блин, любители шахты, а? Я бы лучше бы с удовольствием погонял бы на фабрике бы роботов там или еще что-нибудь. В этом роде. Не знаешь, вот что интересно знать? А кто-нибудь встречал моего дубликата в игре? Ну, кто-нибудь против меня играл? Да я, наверное, вниз поеду. Фига, чувак, отчаянный, просто отчаянный. Ему абсолютно пофиг на все, ему лишь бы... Я вниз. Ага, тут, по-моему, ребята, одна трасса у нас. Одна гонка, одна трасса. И это замечательно. Тут главное нормуль проехать. Без врезания, естественно, без врезания. И будет наше первое место. Это быстрая и легкая победа. И то за мной там видел. Практически по пятам какой-то чепушильчик гнал. Миля в пустыне. Что сегодня со связью-то, не могу понять. Ожидание остальных игроков. Не понял. Че, все настолько плохо, что ли, вообще? Ладно, подождем малька. Слушай, может быть, вот из-за вот этой вот ошибки в черепашках у нас что-то не прогружалось, а? Как ты думаешь? Слушай, не хочет. Прикинь. Не хочет. Блин, мы уже 8 этих набили, да? 8 сундуков. Так, еще разок. Нашлось у нас командование. Опа. Я удивлен, что вот это вот 1, 2, 3, 4 в горке въезжал, как не знаю куда. Как он это умудряется делать? Я сам знаю эту машину, не один раз на ней ездил. Но это для нее огромная проблема. Ты серьезно, чепушила? Ай, навозник. В общем, навозник сфейлился. Я не знаю, что он там начал выкаблучиваться. Так, давай-ка мы, наверное, сюда. Блин.
Вот, нормально. Да, навозника мы этого обогнали, конечно, получилось. Вот этого, по ходу дела, что он там начал кулебяку какую-то гнать. В общем, догнался. Ну что, 3000 монет, и мы... Ребят, сегодня наверняка мы получим все-таки 16 тысяч кубков. Что-то именно к этому нас ведет. Но 16 тысяч кубков, извини меня, для... Ой. Какой сегодня день недели? Ой, день недели, какое сегодня число? Ну, почти неделя, да, уже месяца. Слушай, ну, 50 тысяч кубков, в принципе, ребят, можно взять. Да ломай ты тут... Как меня раздражает вот этот вот долбанутый вот эти домики, а? Пипец. Короче, сфейлил я гонку, друзья мои, полностью. И хотел же сказать словами, короче, долбанные дома эти. Только из-за них, блин. Только я могу в эти домики встревать. По-моему, больше кроме меня никто не встревает. Я вот еще ни разу не замечал, чтобы кто-то в них врезался, блин. Давай вытягивай твою налево, блин. О, опять этот Квазимода, ребят. Кур, беда какая-то. Точно беда, блин. Фига себе. Это у тебя настолько прокачаны круто крылья, что ты так просто перелетаешь через все. По-другому не скажешь. Он опять первое место занял, да? То есть он будет лидером. Ты посмотри, как он летит. Он переплевывает и получается этого даже, да? Как он называется-то? Не выскочка, а... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эть, повезло просто. Просто крупно повезло. Но все равно тут уже не первое место. Вот он, нубло. Получил свое. Так, получается, я третий. Откатываемся. Получается, он даже этого лихача переплюнул по прыжкам. Извини меня, там такие прыжки были, что мама не горюй. Мама не горюй, порежь колбаски. Аттракционы наши все, да? Паршивица, а? Лезет прям. Прямо, друзья, вот прямо чешутся у него руки обогнать речка. Еще поддает скорости, а? Ты посмотри, перед финишем. Прямо перед финишем поддает скорости. Ну куда ты едешь, а? Ты-то куда там водный, водяной, блин? Ах ты, ты защиту взял, да? Ты же взял защиту, хмырь болотный. Водяной. Давай. Оп. Шик и блеск. Видел, как я их всех обманул. Прыгнул на попрыгушку и, как говорится, дал лягушку. Водный опять тут выпендривается, а? Ой-ой-ой, я сейчас врежусь. Перебор. Вот эта вот штука. Я не знаю, может быть, конечно, как-то наверх там можно было бы запрыгнуть. Вторым. По итогу первым. Жить. Замечательно. И теперь у нас идет кубок претендентов. Я смотрю, тут супердизель на этом. На форсаже. А он там притормозил, он побоялся, ребята, крышей-то врезаться. Испугался. Правильно делает. Потому что иначе бы он просто бы черепундель бы снес бы, вырезавшись бы в домик. И вот еще вот некоторые нюансы, я не понимаю, почему у него машина не так прыгает, как моя, например. Видишь? Не так сильно. Моя, когда приземляется, там... Бум-бум-бум начинается, вот, тряска вот эта. А у него он приземляется и дальше едет спокойненько, как будто ничего и не было. Это, конечно, парадокс.
Помню, кто-то написал: Рэй, научись приземляться правильно. Как, ребят, я должен научиться приземляться правильно? Я, по-моему, правильнее... Только правильно и приземляюсь. Фьюх. Шикарно. Так, ну что, ребят, забытые шоссе. Это трасса, по-моему, для нас. Воу, я не успел, ребят, что-то реагировать. Так, у нас тут немцы, у нас тут что еще? С кем я? С кем я соревнуюсь сейчас в данный момент? Я не вижу, блин, флага. Флага не увидел. Да ладно, красавчик. Пролетел, я уже думал, сейчас можем пиндрюкаться. Но нет, все у нас было по красоте сделано. Ой. Ну ладно, фиг с ним, давай здесь тогда поедем. Раз уж так сложилось, блин. Я, конечно, не хотел наверх заезжать. Но первое место нам обеспечено. Окей-доки. Грязное ралли. Грязное ралли, если я не ошибаюсь, это как раз для моего супердизелька. Он любит тут гонять по этим грязным раллям всяким. Смотри, что паршивец этот, как его. Что делать, вертушка, ребят? Вот и все. Хмырёныш мелкий. Сиди там в сторонке, не бубни, блин. Красиво, красиво едем. А этот сзади не отстает, да? Супостат. Ну куда ему? Куда ему тягаться-то? С крылышками там. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Летит летунчик. Блин, не успел, ребята. Не успел идеальный старт сделать. К сожалению. Ну ты-то еще куда там лезешь, блин, толстопуз на колесах, блин. Здоровых на этих. Ладно, ребят, в любом случае первое место мое. В любом случае. Блин, выкрутасы еще какие-то. Какие, блин, нафиг выкрутасы, ребят? Я уже думал, что гонка сейчас закончится, а они мне выкрутасы тут еще какие-то подсовывают. Вот это я называю выкрутасы от Алексея, да? Все, ребят. Первое место. Ну что, остается нам еще, наверное... Наверное, я думаю, гоночка другая. Райская бухта. Райская бухта у нас на этой машинке будет. С крыльями, надеюсь, эти крылья нас не подведут в этот раз. Давай, лети. Так, эти домики я точно перелечу. Это не те ужасные, которые стоят, блин, прям по съезду. Юху! Так, слушай, тут это одна же гонка, да, насколько я помню. По-моему, да, мы сейчас к яхте же едем, по-моему. Это же та трасса. Трасса Е95? Да, это она. Это именно она. Мы спешим с тобой на яхту. Вот она, родная. Чего ты там, лыжник? Жить. Ну и последняя гонка у нас. Слушай, тут я не помню, тут болото или что там. Блин, первый. Нафига я взял это? Я-то подумал, что это болотистая местность, ребят. А получается, что не шиша. Так чадит этот супердизель, я манал. Просто дымит по-черному.
Слушай, ну он круто, конечно, проехал. А вот теперь это его любимая местность. Идеальный старт. Болото это, да? Это, конечно, сочетание горючего ускорения вот этого с этой машиной, это, конечно, что-то с чем-то. Просто. Я еще всегда думал, блин, а что будет, если поставить ему крылья? То это будет, наверное, вообще топ. Ну что, какие там две детали? Это, ребят, монетный ускоритель на тягач. И 16 тысяч кубков у меня в кармане. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!